nobody gonna do for you. Жан, за***, вставай, салам алейкум, вставай, за***, на работу пора. На, харам, харам. Рамзан Ахматович, салам алейкум. Короче, вот познакомился с американцами. Ну такие уж плохие ребята, вот подогнали мне, смотрите, такую игрушку, короче. Пал. Братан, настоящий, что ли, братан? Не обессуй, побрат. Котики мои любимые, всем бонжур. Внимательные пастернаковцы знают, что совсем скоро я собираюсь обновить свой гардероб. И я подумала, коль уж я лечу в Милан, хорошо бы подтянуть мой итальянский язык. И вы представляете, среди моих подписчиков образовался настоящий итальянец, который вызвался мне помочь. Скажите привет, Джорджо. Бонджорно. Джорджо очень плохо говорит и пишет по-российски, но зато совершенно знает итальянский. Си. Джорджо, как будет вино? Вино. Милан? Милано. А как будет мода? Конфесса. Смузи с кориандром? Феличита кориандро. Вот, видите? Я. Уадашерасан. Саларасан тюлка до салашан. Вы знаете, итальянский язык, он такой разный. Иногда звучит довольно грубо, но очень по-мужски. Уарда саларашин, братишка, давай все. Это диалекто. Диалекто. Ну что, продолжим? Может быть, в другом месте? Салам смаликулами, асламбек. Бонжорно алейкум. Что, новую живичку себе насветил? Джорджо, а кто это? Это другий, Себастьяно Пармезано. Чу? Себастьяно отсюда. Сеньоре, пардоне, сеньорита, пардоне. Падла Лючия, Санта Мария, Пармезано. Буфо, Ювенту, спагетти. Всем привет! Это снова Маша. Представляете, у Джорджо оказалось так много друзей в Москве, поэтому он предложил мне уединиться в более тихом месте и позаниматься, и мы вот приехали ко мне. Представляете, Джорджо даже не берет с меня денег за занятия. Бонжорно, жизнь.
Жесть. Ну что, компер де Сара, а? О, вот правду говорят, эти итальянцы, они такие горячие. Давай, выключай по-братски. Угу. Будем учиться. Мы учиться. Всем пока. Hey guys, today is April Fool's and I'm gonna pull a prank on my mom. I'm gonna ask her for money and she's gonna ask me why do I need the money. And I'm gonna tell her I'm addicted to heroin. Ma! Короче, я в Москве для того, чтобы наказать этого Гусейна Гасанова, или как его там, блядь, что столько народу подъебал. Сейчас я его, блядь, настигну, нахуй. Вот он, Вася. Походу он. Не выходит, блядь. Выскочи, пообщаемся, я помру. Выскочили. Пахан, я пойду гулять с пацанами, вечером поздно буду. Если что, звоните на телефон. Понял, понял. Давай, сау. Давай. Как мы ему звонить будем? Ты телефон забыл, сына! Айван! Хотя подожди, муженек, ты же в Инстаграме разбираешься. Да, я меня давно хотел его Инстаграм посмотреть. Что там у него есть? Это он. Да, это мой сын. Это его истории. Истории. Хабиб. Мой сын сразу. Это мой я сын. Его рожали. Что дальше? Прямо сейчас я раздам 50 тысяч рублей по 10 тысяч. Просто отмечайте меня у себя. Это 100... что? Это что за гуська? Алло, это детдом, рот закрой! Мы хотим вам своего сына отдать.
Какая причина? Но он он умственно отсталый, короче. Да. А вот сюда, Лилиан. Рамзан Ахматович, вы как меня нашли? Легко. А ты думал, что, не найдем? Скажи. Чё сказал? Чё сказал? Скажи, что мне работали полиции. Не буду сказать. Работайте, братья. Набугался, смелость появился. Работаем, брат. Ули керен кюнги чучич элдуе. Да има вред сугот и нам офицер. Дурба харчи сигун твара рабжавад. Мисалтон худ иля умра чунезе. Алхул жанавараз ужи гуниги. Хун кичулей тенан теблахзаташки. Чергу дузрач усерун куниги. Калам цухавуна нурбагандуаз. Ахилисев хухель цали мехати. Хам иват цалилан танавасигат. Муни шаван суа курмица кедал. Хелехев дунугин. Ну чё, внучок, желаю тебе счастья, здоровья, успеха во всем в жизни, чтобы ты вырос хорошим мальчиком, спасибо, послушным, и хорошую специальность, чтобы получил. Ну что тебе еще? Интернет, чтобы не провели. За интернет? Шланг. И разговора не может быть. Все. Вот. Обойдешься. Будешь работать, зарабатывать и проводить себе интернет и все, что хочешь. А сейчас он тебе абсолютно не нужен. Но дай Бог тебе здоровья и успеха во всем жизни, во всех делах, в учебе.